Еду я, значит, сегодня на работу. Вчера был корпоратив. И мне пишет очередной поклонник, так скажем. Типа, о, чё, как погуляли, как настроение? Я говорю, да нормально, погуляли, еду вот на работу. Я говорю, вчера толком ничего не ела, он вот, ты еще и пила на голодный желудок. Я говорю, да там мясо, говорю, было немножко такое тухлое, просроченное, говорю, мне не понравилось. Я говорю, закусывала, говорю, корнишонами шампанское. Он такой, надо срочно съесть что-то жидкое. Я говорю, да где жидкое возьму я на работе? Он тебе, говорит, может заказать? Я говорю, ну окей, закажи, пишу ему, значит, адрес. Он мне пишет, ну вот они работают с 10, надо будет минут 30-40 подождать доставку. Я говорю, ну окей, я до 5 вечера на работе, пускай привозят. Тут же буквально минут через 5 пропадает у него аватарка, человек сливается. У меня закрадывается вопрос, зачем вы знакомитесь с женщинами, если вы даже не можете купить им тарелки борща? Ну как бы вот, ну вы вообще нормально в своем уме мужчина или нет? Ох уж эти мужички пошли мелочные. Даже тарелкой борща не могут женщину угостить, да? Но с другой стороны, я не понимаю, для чего вообще были эти телодвижения на тему, что давай я тебя угощу, давай я там что-то сделаю, тебе закажу и так далее. Он что, надеялся, что она откажется? Сейчас же, ага, в 21 веке женщина отказалась от халявной пайки. Да, друзья, наивные вы.